Это эскиз интерьера деревянного дома. Деревянного дома с кованой лестницей и с витражами. Он занимается росписью стен, потолков, оформляет квартиры, загородные дома и общественные интерьеры. Андрей Жуков – художник со стажем. Более 30 лет волшебством ручной работы придает любому интерьеру особую ауру. Мои работы можно видеть в тех интерьерах, где я работаю, как бы получается художник интерьера. Хотя это, может, и не совсем специально, но так сложилось уже у меня по жизни. Вот. Есть и работы более выставочного такого порядка. Но основная масса работ, это они на стенах, это или барельефы, или росписи. Признается, персональную выставку своих работ сделать невозможно. Произведения мастера украшают в основном частные дома. Интерьеры ресторанов Екатеринбурга, Казани и Москвы. Работает по заказу, создает эскиз на бумаге и отправляет на согласование. Порой на роспись внутреннего убранства дома уходит до 5 месяцев. А это скульптурная работа, это барельеф. Барельеф ангела. И он совмещен просто с декоративной штукатуркой. Как бы декоративная штукатурка – это образ энергетических волн, которые исходят от, как бы, как аура ангела. Сегодня Андрей Жуков пишет штукатуркой, создает объемные рисунки на стене. Художник говорит, это эксперимент, итог которого не всегда предсказуем на эскизах и обычно бывает виден только в конце работы. В перерывах между заказами сельский дизайнер помогает преобразить домашние интерьеры местным жителям, старается воплотить их идеи в жизнь. Соседу за лето обещал завершить убранство гостиной в индейском стиле. Основным декоративным элементом стала огромная печь. Индейский стиль. Вот барельеф индейской головы сделали. Это у нас воздухоотвод. Так что вот такая резная печка. Но она еще не в законченном виде. Все будет, все краситься. Здесь вот будут стоять копья. Мы еще за копии еще будем делать настоящие копии. Здесь поставлены настоящие копии, обработанные мехом и нормальными наконечниками. Сейчас в своей мастерской Андрей Жуков работает над дизайном деревянного банного комплекса в Казани. Пока готовы только эскизы фасада. Еще предстоит изобразить на бумаге внутреннюю отделку и интерьер. Предполагается применить резьбу, ковку и цветные витражи. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.